Всем привет, наши дорогие зрители, подписчики канала. Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». С вами я, Славян. Сегодня праздник. Мне сегодня 31. Антоха стоит. У меня сегодня день рождения. Приглашаю вас в этот выпуск. Сегодня отметим, встретимся с ребятами. Вообще, на самом деле, я не знаю, что нас сегодня ждет, потому что мы даже не знаем, как его отметить. Ну, такое бывает. В том году мы тоже были в Турции, но в том году был очень сильный дождь. Я прям помню, мы ходили, хотели сделать фотку с дрона на море. Типа я держу цифры. Но в перерыве дождя мы это сделали. Ладно, ставьте лайки, пишите комментарии, там поздравления. И погнали. Утро мое началось с похода в магазин. Надо что-то на завтрак сначала купить. Вот это жара сегодня, слушайте, градуса, наверное, 22, еще ветра нету. Вот если в даче были ветра и футболки, как бы спокойненько так не походишь, то здесь идешь, вот, пожалуйста, в футболке, в шортах, и жарко. Фу, надо не в бассейне купаться, а в море. Славик, поздравляем тебя с днем рождения из солнечного Гуа. Желаем тебе всех благ, всего-всего, да, чтобы у тебя все было прекрасно в жизни. Красавчик капитальный, отец, молодец, бушующий Индийский океан, Аравийское море тебя поздравляют. Он сегодня реально бушует, прям не по-детски. Ну а также, конечно же, вот тебе вот такая вот надпись: с днем варенья. Вон девчонки мои идут тоже купаться. С днем рождения тебя! Всех тебе благ! Поздравляем! У нас здесь есть кофеварка, но такой вообще никогда не пользовался. Поэтому вот тут в телеграм-канал свой закинул, значит, фотку и как ей пользоваться. Мне вот здесь ребята пишут, так что тоже вот обязательно подписывайтесь на телегу. Там интересные затупы Славяна скидываю. Ай-яй! Чуть каша не убежала. Убавляй. Алло. Помогите. Помогите. Рисовая каша убегает от нас. Не надо, Саня. Да. Основные моменты я не понимаю, это то, что... А, вот с водой разобрался. Ты наливаешь воду, правда, ну, походу, холодную, да? Она, видимо, потом нагреет. Отсюда она поступает. Вот, сюда, на, в это ведерко насыпаешь кофе. Так, единственное, не знаю, чайник открыть или не открыть. Как вот он должен стекать. Так, еще какие-то программы. Надо сейчас тоже их перевести. Потому что я Turkish, no, do you speak English, yes, ничего не понимаю. Настенка, что ты смотришь? Здесь высшее образование надо иметь, чтобы мы это... Мы такой никогда не пользуемся. У нас такая рожковая была. Мамочка, вот такая прям рожковая. Ага. Так, в общем, я не разобрался, что это. Это значит что-то время. Это что-то автоматик и программ. Насчет программ не знаю, попробую нажать на автоматик. Надеюсь, получится. И он. Так, и... Так, смотрите-ка, у нас вроде получается. Ага, я просто никогда такой штукой не пользовался. Так, ну и рис у нас почти получается. Так, ну, кофе вроде получилось. Каша вроде тоже почти. Это очень хорошо. Масточка, не забудь добавить. Ага. Да. С кофемашиной разобрался. Смотрите, какой у нас вид. Прекрасный. Ах, как здорово. Начинать так утро. Мы не успели проснуться и позавтракать. Дети сразу пошлите в бассейн, пошлите в бассейн. В итоге Настенка уложила Мирошку, поэтому мы идем одни. Долго мы искали переодевалки, вот в итоге нашли. Здесь душевые, собственно, туалет и вот, пожалуйста. Здорово. Ага, чикс. Все, сейчас разложимся и пойдем. Ну, в бассейне, конечно, прикольно. Вон Тёмка идет уже экспериментировать. Это теплый, подогреваемый бассейн. Это, конечно, классно, но мы, вот видите, напарились на самом деле уже с видом. Вот так вот, пожалуйста, на такой бассейн. Давайте, парни, плывите. Ну что, ладно, сейчас пойдем пробовать нырять. Так. Опа.
Ага. Получилось. Давай. Родик плывет до конца. Подожди, Артем. Давай, 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 сынок. Если что, под водой плыви. Ага, устал, устал просто. Давай, 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 сынок. Давай, давай, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось. Плыви. Прикиньте, что творит. Пацану 5 лет. Давай, 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 чуть-чуть. Давай, давай. Обалдеть. Ничего себе. Как ты себя чувствуешь? Слушай, я не знаю, сколько здесь метров. Метров, ну, 20, наверное, бассейн. Проплыл полностью. Ты хочешь? Так, давай, Тёмка. Давай себе, Родик, вылазь пока. Я, конечно, не очень плаваю, Родик, на рыбу. Давай. Пробуй. Давай. Стой, говорю. Не мешай ему. Давай, давай, давай. Ты не смотри на камеру, старайся доплыть, види цель. Давай, 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 давай. Плыви, плыви. Если что, устал под водой. Ой, молодец, молодец, молодец. Роджин, я говорю тебе остаться. Давай, давай, сынок, давай, 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 ты сможешь. Чуть-чуть осталось, давай, давай, давай. Поддерживаем Тёмку, поддерживаем Тёмку. Давай, 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 давай. Чуть-чуть, сынок. Давай. Молодец. Почему? Ну, нашел бы. Потерял бы, потом нашел. И весь путь был бы с под водой. Да. Ну, не весь под водой. Чуть-чуть под водой поплыл. Да, не весь. Вот так вот. Ну, в бассейне красота, да, он теплый. Прям нормально теплый. Парни во все тяжкие пустились. Опа! Давай, Роди. Ай-яй. Накупались. Теперь идем в сауну париться. Ну что, парни, как вам? Расслабилась. Ага. Я даже себя не чувствовала. Я тоже. Понравилось? Да. Ну вот, ничего, здорово. О, я бы на самом деле сауну прямо вот сюда бы выбегал и попался бы в этом бассейне. В общем, все, Настенку отправляем тоже в хамамчик. Давай, шагай, шагай. Пока-пока. Давай. Эх ты. Вернусь. Не скоро. Ой, какой мирошенька у нас. Маленький мальчик. Не-не, сначала на детскую. Мироша, пошли. Ой, забавный человек. Трендуэлл так странно везет. Нашли мы посылку, вчера ее не было. Это, короче, баллончик, типа, искусственный снег привезли. О, отдохнувшая женщина идет. Ну чё, Настёна? Мам! Такой у мамы. Не уходи, солнышко моя. Нифига ты красная, распарилась? Я вообще побалдела. Там девчонки одни, бабуськи, девчонки. Классно? Мама! Слава, привет! С днем рождения тебя, друг! Записываем тебе наше видеообращение. Хотим тебе сказать хорошие слова. С днем рождения, Слава! Больших тебе просмотров и большого здоровья! Ой, с днем рождения! С днем рождения! Пожелаем ему что-нибудь. Пообещай, вернее. Пообещай, здоровье самое главное. Подмигни, подмигни. Все, хватит. Ничего себе, какая игра. А вообще, Слава, так камеру оставлять не нужно. Мы до сих пор не выгрузили машину. Часть еще осталась. Вон Тёмки на тетради к школе. А то я все достал, ему домой принес. Он говорит: папа, ты забыл мне еще тетрадки принести. Сейчас еще пойду до Антохи дойду. Спрошу, как спалось у него. А то что-то застеснялся, вчера к нам в гости не пошел ночевать. Здравствуйте. Снюхали.
спасибо. У нас урок. У нас София учится, а вы тут ходите. Мы тоже пошли учиться. Да. Я просто проверяю, как спалось. Три урока, да, отлично, вообще тишина. Да. Правда, это, скатывались в ту сторону. А у нас тоже школа, Тёмка садится за первый урок. Два дня прогуливал, пока переезд, да, вчера акклиматизация. А вот сегодня за уроки, я сейчас заработаю, буду садиться. Шикарная Морюшка, и даже Радюлечка тоже сел заниматься, но он решил сидеть на балконе, читает. А Настенка бездельничает. Да? Шушит, готовит. Готовить сейчас буду. Пока Тёмочка занимается, Настенка готовит обед. Мы с Радюшкой собрались и поедем в магазин, да? Купим еды. И сегодня будем готовить на вечер. Придут гости. Будем вот так вот в домашней атмосфере отмечать день рождения. Вот это мы набрали полную телегу. Оба! С Мирончиком, ой, с Родиончиком. Идем до машины. Приехали в комплекс, а нам тут елочка подъехала. Ура! Да, сынок, ура! Будем наряжать. Запарились мы по полной программе. Надеюсь, сейчас будет очень крутой у нас ужин. Посидим, его холодильник набирает обороты. А еще хочу вам показать вот такой момент. Смотрите, вот что значит приехать и жить в русском районе. Старый мельник, пожалуйста. И огромное количество продуктов из России. Ничего не успеваем. Шампиньончики. Здесь вот рыбка. Здесь картошечка. Здесь Настенька. Здесь овощи. В общем, должно быть очень шикарно. Так. Ничего себе! Посоветовались с твоей женой. Она сказала, купите что-нибудь для спорта. Мы дарим тебе для спорта 16-килограммовую гирю. С ней можно приседать. Но ты меня только что бега лишил, мне теперь бегать не надо. Да, вы здесь долго будете жить, поэтому ты освоишь. Освоишь, давай обниматься. Давай. О, мамочки. Папа, а вы-то что радуетесь, чипсом или пиво? Чипсы! Днем рождения! Проходим. Куда? Я. Кого забыл? Спасибо. Что забыл? Дай чмок, друзья, спасибо. Мы, короче, лопнули три шарика. Настенка наготовила такую вкуснотишу. Мы будем садиться, будем кушать и отмечать день рождения. А у кого сегодня? Я не знаю. Ну мы за так, ну вдруг у кого-то есть оно. Маша с Димой опаздывают, чуть позже мы решили садиться, они уже будут, как говорится, подгребать. Вообще, на самом деле, у меня таких дней рождения не было давно, ну типа, знаете, сесть дома, накрыть, приготовить. Оливье. Ну да, только оливье не хватает. Обычно мы куда-то ходим, обычно это в каком-то в таком природном месте что-то открываем. Учитывая, что мы переезжали, вот эти всякие стрессы, решили ничего не делать, просто вот так вот собраться с ребятками и посидеть, отдохнуть. Дети закрылись в комнате, делают какой-то мне подарок. Сейчас попробуем прикольнуться. Так, я захожу! Я пошутил! Интересно, что они там делают? Смотрите, как классно получилось. Грибочки, там что-то со сливками, красная рыбка. Помидорка? Русское пиво. Красота. Вот так вот. Но пока мало людей. Антох, как тебе, Антох? Как тебе? Лимончик. Все очень хорошо, но слишком мало людей. Славу пришли поздравить только мы с Софикой. Самые близкие. Ну, очень жаль, что у него, конечно, мало друзей, но ничего страшного, он еще молодой, заведет. Зато мне больше достанется. Да, зато самые лучшие пришли друзья. Как бы единственные лучшие. Привет всем. Давайте, я жду вас, дети мои. Это Сова. Круто, а как же мне их носить-то? Да как? Лягушка, смотри, какая классная. Садитесь, она с этим прыгает. Мы все сами это делаем. Вот это здорово. Садитесь, вот это я понимаю. Спасибо. Пожалуйста. Мои маленькие оригами.
Круто, спасибо. Артем, Родион, садитесь, вас вам сейчас тоже положу. А чьи прикольная тема? Так. Запоздалые приехали. Давайте, давайте, залетайте. Поздравляю. Спасибо. Сейчас. Да, вы что-то очень вообще быстро. Не спрашивай. Лучше не спрашивай вообще. Проходите. Проходите, проходите. Привет. Мама, с днем рождения, поздравляю. У меня еще для тебя подарок. Да. Вот так вот. Он в пути был. Еще вино. Слава, держи вино. У меня нет рук. Спасибо, держи ты. Залетайте. Давайте, а то мы уже это есть сели. Слушай, я захотим захватила кексы детям, но мне кажется, их надо не там есть. Я, говорит, смотрю, когда пришла. Я смотрю, иногда что-нибудь. Днем рождения! Днем рождения, папа! Спасибо. Пожалуйста. Дошло до дела до торта. Мы тут же еще в прямом эфире. Ребята. Есть помощники, кто-то читает, да? Кто-то ссылки скидывает. Кто-то детей кормит. Да. Кто-то поджигает. Все дружно, все вот. Так, Славу все поздравляют с днем рождения. Да, придем, дети Славе, с днем рождения. Давай, я побежу. 218 человек. Давай. С днем рождения тебя! Вот это, да. Так. Спасибо. Да, да, включай. Конечно. Да. Да, раскладываем по тарелочкам. Славян, от души поздравляем с днем рождения. Тебе любовь передает. Дмитрий передает привет из Витебска. Снюхай, Славян! Сделки закончились, идем всех провожать. Вот такой у нас с вами выпуск получился. Кто не поздравлял в прямом эфире с днем рождения, то комментарии открыты, можете поздравить. Будет, конечно, очень приятно почитать. В целом, пишите комментарии, поддерживайте видеоролик этот лайком, делайте репосты в свои социальные сети. Нас скоро, совсем скоро будет 60 тысяч. Огромное, огромное число. Я буду с вами прощаться. С наступающим вас Новым годом! Пока!